все-таки утро раннее, все спят. Ребята, доброе утро. Первый день закончился, начинаем второй. Ночевка прошла спокойно, без приключений. Сегодня нашли с утра новый сайт, наверное, здесь мы остановимся через сутки. Надеюсь, что все будет хорошо, а впереди у нас, наверное, около 50 километров переход до Килар. Ну все, уходим из укрытия. Впереди Georgian Bay. Похоже, у нас свежий ветер наполоскает нас капитально. Вперед! Ветер.
включили открытую воду. Теперь попробуем зайти в канал. Georgian Bay. Ребята идут за нами. В этот канал очень красиво, высокие берега, елки, солнце, тишина и безмолвие, великолепная картина. Столько всего интересного. Ребята, все, канал прошли, опять выходим на Georgian Bay. И до Киларни осталось совсем немножко, километров 10. Вот она, погнали!
вот они, наши плавсредства. Первое. Тут все нормально, все оборудовано, все готово. Ребята потихонечку собираются, перепаковываются. Да. Ну, а вот это мое. Все. Ну а вот он, этот знаменитый fish and chips, о котором говорят, что лучший fish and chips ever. Наши острова. Что, ребята, почти дошли на горизонте наши острова. Куда нам надо было добраться сегодня ночью? А вот сейчас выберем место для ночевки. Можно считать, что первая часть нашего похода, первая половина, выполнена. Манитулин Айленд перед нами.